Здравствуйте, друзья! Буду делать затирку швов плитки в ванной комнате. Купил я затирку двух цветов. Для светлой плитки взял затирку жасмин, вот такого светлого цвета она будет. И для коричневой плитки взял коричневую затирку. Вот такой цвет. Швы у меня уже подготовлены, очищены от остатков клея. И начну я затирку сверху и буду двигаться вниз. Сейчас приготовлю светлую затирку и начну затирать швы. Приготовил я затирку, ее буду наносить вот таким резиновым шпателем. Позаклеивал я места, где будет переход светлой и темной затирки, чтобы она не смешивалась. И сейчас приступаю к нанесению затирки в швы. Нанес я часть затирки и теперь буду ее замывать с помощью терки с поролоном. Замыл, вернее затер швы, так как упустил процесс замывки. Затерка засохла и пришлось затирать все это дело пальцами. Поэтому дальше буду делать площадя поменьше, чтобы не упустить процесс замывки. Закончил я затирать светлую плитку. Затирка уже подсохла и теперь я пройдусь сухой тряпочкой. Все это дело протру и буду приступать к затирке темной плитки.
Очистил я швы, приготовил затирку, вот такого коричневого цвета она будет. И теперь буду приступать к работе. Затер я швы, замыл, подожду, пока все это дело высохнет, до завтра и продолжу. Протер я плитку сухой тряпкой, работа довольно-таки пыльная, поэтому нужно использовать респиратор. Осталось мне заделать последний шов, это между стеной и полом, вот этот. Для этого я буду использовать силикон коричневого цвета. Но прежде чем засиликонить этот шов, мне нужно его хорошенько очистить, чем я сейчас и займусь. Очистил я шов, промыл просто обычной водой, он высох, и теперь буду его силиконить.
засиликонил я последний шов. Почему я здесь применил силикон, а не обычную затирку? Потому что у меня здесь теплый пол, и чтобы компенсировать температурные расширения, я прошелся силиконом. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.